Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Как часто у вас была такая ситуация, когда вы ломали ноготочек? В точках роста с двух сторон моя клиентка сломала ноготок. В сообщении писалось: у меня страшная ситуация. Я сломала ноготь под мясо. Убрали старое покрытие, выровняла свободный край и приняла решение убирать уголочки. Таким образом, я смогу убрать оставшиеся отслойки, выровнять ногтевую пластину и сделать ремонт ногтя. Кусачками делаем надрез в уголках ногтя и убираем наши уголочки сломанные. Берем фрезу, пуля на 15 тысячах оборотах, зачищаем от птерик наш ноготочек и приподнимаем кутикулу. Это делаем для того, чтобы наше покрытие легло хорошо и не давало отслоек около кутикулы. Дело в том, что наш маникюр был сделан 2 недели назад, но переделывается теперь только один ноготочек. И все-таки я не оценила весь масштаб сломанного нашего ногтя и убираю весь свободный край. Мы приняли решение нарастить наш ноготок. В такой ситуации, даже если ты не наращиваешь, будешь и наращивать. Придется выручать. А что делать? Не отправишь же эту клиентку уже с отрезанным остальным ноготочком. Поэтому решили исправлять ситуацию и пробовать наращивать наш ноготок. Убираем остатки пыли, обезжириваем наш ноготок, наносим праймер и даем немножко просохнуть. Втирающим движением мы наносим нашу базу на ноготочек и даем ей просохнуть 60 секунд. Для меня самым сложным это считается постановка формы. Не знаю как, очень многие, смотрю, девочки переходят на верхние формы, на нижние формы. Для меня, вот, наверное, самое тяжелое в наращивании – это постановка формы. Наращивать наш ноготочек мы решили на полигель, потому что он более пластичный и удобный. Никуда не затекает, не убегает, и работать с ним более комфортно и удобно, чем, например, с гелем. Сушили наш ноготочек в лампе при 60 секундах, снимаем форму, обезжириваем и начинаем наш опил. Я
бывало такое, что вроде вы не наращиваете, а ситуация, клиентка сломала ноготь, нужно нарастить. Либо другая ситуация. Вы не рисуете, но она очень просит нарисовать определенный рисунок. И вы беретесь и пытаетесь это сделать. Ну вот, вроде бы мы опил завершили. Ноготочек у нас получился правильной архитектуры. Не толстый. Надеюсь, мастера, которые наращивают, скажут свою критику, как у нас получился ноготочек. Теперь мы можем нанести наш основной цвет, который был на ноготочках. И все. Да, не ожидала я, конечно, что займет это у меня такое большое количество времени, хотя мы не рассчитывали на него, потому что мы думали, о, сейчас мы быстренько его отремонтируем, я ее отправлю и буду работать себе преспокойненько дальше. А нет, не получилось. Оказалось, пришлось еще и наращивать. Как вы думаете, у нас получилось выйти из сложной ситуации? Я думаю, да. Получилась очень даже интересная и красивая работа. Хотя это история одного ногтя. Надеюсь, вам понравился наш результат страшной ситуации. И мы спасли ручки нашей клиентки. А если вам понравилось это видео, ставьте лайки, не забывайте подписываться. И до новых встреч в новых видео.